Здравствуйте, магазин Lucci.ru. Сегодня мы с вами смотрим украшение с камнем цвета оливин. Оливин во французской транскрипции называют его еще перидот, относится к поделочным камням, полудрагоценным. В природе он встречается зеленых оттенков разного цвета, от темно-болотного до светло-зеленого. И в основном это достаточно мутный камень, он трудно поддается огранке, потому что достаточно хрупкий. И используется его в основном в бусах и браслетах, в галтованных изделиях. Ограненные оливины редко вставляют в кольца и серьги. В основном это их аналоги – кварцы и фианиты. Чистые оливины, которые называются хризолитами, являются ювелирными вставками уже в кольцах и серьгах. Они такой светло-светло-зеленой гаммы. Поэтому все украшения, которые у нас сегодня представлены, мы смотрим как кварцы и фианиты цвета оливин. И именно такие в основном и продаются в наших магазинах. Начнем мы с вот такого комплекта, который называется акант. Смотрите, камень такой грушевидной формы и слегка он асимметричный. Колечко у нас размером 17,5. Я мерю на 17,5 его. И вот в таком варианте смотрятся серьги. Прекрасные крупные украшения, замечательный совершенно цвет оливина природного. Естественно, так как это кварцы и фианиты, то у нас они с вами совершенно чистой воды. Застежка здесь английская, петелька, которая садится у нас на любой прокол. Комплект называется акант. Далее похожий на него комплект называется урания. Здесь у нас также в форме капли камень. Скругленная уже его часть, украшен ниткой из фианитов. Здесь у нас размер 18,5. Вот так вот он мне сел на руку. Сейчас мы померим сережки. Питер у нас, как всегда, это делает завод Вега. Как всегда, они любят украсить сам камень серебряными нитками, вот такими изящными, легкими, приятным орнаментом. Здесь у нас также у сережек обычная петелька, поэтому сядут они на абсолютно любой прокол. Дальше мы смотрим вот такое украшение. Называется это эти серьги Султан. Здесь у нас, видите, яркая такая верхняя часть сережек. Занижен штифт. Не очень большое само расстояние под швензой, поэтому сережки будут на ухе сидеть плотно. Мы с вами можем их в магазине, как всегда, выбирать в зависимости от мочки уха, либо в таком варианте, либо в противоположном. И посмотрим колечко к этому комплекту. Вот такое вот оно выглядит. Очень активное. Ушинки все украшены цветными фианитами. Она такая большая, растекающаяся кверху. И держит в форме капли камень на постаменте. Сейчас померим размер. Размер у нас 17-й. Ну, 17, я думаю, что за счет широкой шинки, посмотрите, мне село на 17,5 превосходно. Смотрите, к этому кольцу мы можем прекрасно взять браслет Медея. То есть они по огранке камушки и по цвету просто великолепно подходят. И дальше мы посмотрим, к этому же браслету можно взять вот такой комплект, более спокойный, называется Дюшес, также с оливином. Тоже в замечательном месте они будут смотреться. Вот такое колечко у нас дюшес, шиночка с небольшим, опять же, фантазийным таким узором. Камень огранки груша. Размер у нас 19. Вот я на 18,5 померю, чтобы вы видели, как на руке. Так он вот смотрится. И сережки. Возьмем серьги, опять же, немного крючок занижен, то есть они превосходно сядут на любой прокол и чуть-чуть закроют вашу мочку. То есть ушко будет смотреться, сама мочка и прокол будут прикрыты. Вот в таком варианте комплект называется дюшес. Здесь цвет оливин достаточно такой болотный, темный, насыщенный, на просвет он практически непрозрачный. То есть фианиты делаются очень огромные, у него разброс по цветам идет. Далее смотрим комплект бант. Много раз мы уже этот комплект в других цветах смотрели. Также у нас английский замочек. Небольшое здесь расстояние для мочки, чтобы тяжесть серег не ощущать. Вот так вот смотрятся сережки. Здесь уже цвет, видите, такой прозрачный, немножко тянет. Так, сейчас я найду колечко.
комплекту бант. Вот такое к нему колечко. Идеальная огранка. Посмотрите, как камушки горят. Конечно, такого цвета оливины в природе не существует. Они всегда имеют 19 размер. Сейчас померим. 19. Я делала 19,5. Но я считаю, что он достаточно туго мне сел. Я бы отделала прям 19 на 19. Комплект бант. Дальше смотрим. Похож на комплект бант. Комплект называется «Озеро». Вот такое вот у него колечко. Здесь, видите, уже уходит оливин в изумрудный оттенок. В такую холодную зелень немножко. Размер 18,5. И такие серьги. Швинза длинная. Крючок также длинный. Это средний и высокий прокол. Плотная мочка уха. Будет хорошо смотреться. Вот так выглядит комплект. Называется «Озеро». Дальше еще один вариант расцветки оливин. Комплект называется «Алекса». Здесь у нас уже, видите, такой зелено-болотный оттенок, то есть есть немножко там желтизны. Серьги, опять же, английская петелька, сядут на любой прокол. Идеально к нему. Мы подобрали по огранке и цвету браслет, который называется «Онега». Изделия разных заводов. Серьги у нас завода «Циркон». К ним, кстати, есть колечко. Забыла его достать. Вот такое. То есть вот такой вариант для ежедневного 19 сантиметров. Браслет у нас складной замочек. Можно всегда купить к нему удлинитель. Комплект называется «Алекса». И браслет называется «Онега». Так. Далее мы смотрим. Крупный такой роскошный комплект, совершенно великолепный, называется «Юдив». Здесь у нас также оливины ограненные, кварцы ограненные, цвета оливин. С тыльной стороны также вот такая огранка. Петелька, сядут они на любой прокол. И сейчас я найду кольцо. Мы с вами померим. Вот такие оливинчики. Так, кольцо 19,5. Интересно. Ну, плотно мне село, но тем не менее, смотрите, вот такой вот вариант украшения. Комплект называется «Юдив». Еще раз говорю, что сегодня у нас кварцы и фианиты цвета оливин. Натуральные оливины чистой воды в ювелирном деле такого цвета не используются. Это у нас комплект называется «Шарада». Размер кольца 17,5. Вот так мне село колечко. У сережек у нас опять же обыкновенный замочек. В основном вега и циркон делают всегда по большой части английские обыкновенная петля, которая садится на любой прокол. Чем и хороши их украшения. Украшения не радированные, поэтому смело можно менять размер. То есть, если вам понравилось изделие и цвет камня, можно пойти к ювелиру и за 100-150 рублей спокойно его совершенно растянуть. Или на там 300-400 рублей уменьшить. Следующий комплект называется «Кантеле». Видите, в «Кантеле» у нас здесь использовано два цвета. Вот этот цвет оливина и цвет хризолита, который вот такого цвета оливин, вернее, камень с названием хризолит, относящийся к оливинной группе, можно найти в ювелирных магазинах. Потом мы снимем такое видео, где у нас будут натуральные и искусственные хризолиты. Обязательно на это посмотрим. И вот такое к нему колечко хризолитово-оливиновой гаммы. В данной ситуации. Так, размер кольца 18,5. Вот так. Комплект называется «Кантеле». Далее мы смотрим более спокойный такой некрупный комплект. Называется он «Лирика». Замочек у нас здесь, видите, тоже английский. Он сядет уже на низкий, средний, на высокий прокол, практически на любой. Камень здесь немножко посветлее. Как обычно, в камне огранки кабошон цвет более ровный, меньше там искристости и переливов. Комплект «Лирика». Сейчас мы померяем.
Так, колечко 18,5. Ну вот на 17,5 я его одела. Села мне тоже удобно. Люблю, когда чуть-чуть посвободнее. Далее крупный насыщенный, опять же, с кабошоном. Но этот кабошон у нас имеет тыльной стороны, с тыльной стороны огранку. Поэтому игра цвета здесь просто превосходная. Видите, как ловит грани и какие блики дает. Комплект называется Ирен. 20 размер кольца. 20 я посадила на 19,5. Чуть-чуть не свободновато. И замочек здесь у нас у сережек английский. Сядет на любой прокол. Но судя по тому, что у сережек у нас вес 27, так что если прокол низкий, наверное, не очень комфортно будет. Поэтому лучше брать все-таки на высокий прокол, так как вес должен держать. Посмотрите. Видите, когда я вращаю, насколько хороша здесь игра цвета по краям. Прямо он переливается. Комплект называется Ирен. Ниточка попала. Так, далее мы смотрим. Комплект также с кабошонами. Эти кабошоны с тыльной стороны огранки не имеют. Здесь у нас на любой прокол изделия сядут, потому что крючок несколько занижен. И за счет этого вес будет держаться. Ой, основная нагрузка будет идти по центру. Комплект называется Галерии. Сейчас мы посмотрим свой размерчик. 18,5. Вот в таком формате. 18,5 размер Галерии. Так, далее мы смотрим. Комплект «Восток». Здесь у нас шахматная огранка с двух сторон. Посмотрите, как интересно сделана застежка у серег. Такой большой прокол. Но сережка просто великолепная работа. Комплект называется «Восток». И сейчас я померю колечко. Вот так выглядит колечко. Размер у нас 18. Ну вот, кстати, 18. Опять же, за счет широкой шинки мне на 17,5 село просто восхитительно. Так, комплект «Восток». Дальше мы переходим к комплекту. У нас пошли камни не классической, такой сложной огранки. Здесь неправильный треугольник. Один из брендовых узоров. Нитка цветных фианитов. Опять же, в тон основного камня. Посмотрите. Комплект называется «Олимп». Олимп. За счет огранки камни, конечно, смотрятся роскошно. Сейчас мы померим с вами еще колечко. Вот такие сережки. И кольцо у нас размера 19. На 19 я могу одеть только на 18,5. Вот такое вот божественное, можно сказать, украшение. И к нему у нас есть браслет. Вот так он будет выглядеть. Посмотрите, весь комплект. Прекрасное просто творение ювелиров. Работа, конечно, у них всегда поражает. Не знаю, я на них смотреть могу часами. И даже при просмотре видео у меня захватывает иногда мозг. Полностью погружаюсь в просмотр. Дальше мы смотрим более простой такой, опять же, повседневный комплект. Видите, у нас тоже другого цвета. Оливин такого изумрудного опять выходит в изумрудный. Комплект называется «Элегант». Замочек здесь английский, маленький. Комплект такой к деловому стилю, к повседневному потреблению. Сбоку нитка фианитов. Комплект «Элегант». 18. Ой, убегает. 18,5. Комплект «Элегант». Далее мы смотрим комплект, который называется «Левадия». Вот такие серьги. Здесь у нас опять же камень такой, видите, трапеция ломаная, еще по низу скругленная, неравнобедренная, плюс по низу скругленная или усеченная трапеция. Очень хорошо мочку прикрывает замочек. Будет у вас закрыта мочка уха и прокол. Размер 18. Вот в таком формате. В формате комплект «Левадия». И к нему у нас есть
сделано опять же родное от завода колье. Причем колье, посмотрите, дополнено марганитом, такими желтовато-розоватым цветом. Поэтому вместе они могут использоваться не только колье с этим комплектом, но и с желтой гаммой. Комплект Ливадия. Дальше мы смотрим, вот такой комплект, называется он у нас Меканос, размер 18. Вот так смотрится колечко. И сережки, замок здесь опять же обыкновенный, английский замок, закрыто серебряным узором. Комплект Меканос, смотрите, это достаточно крупный комплект такой, активный. Комплект Меканос. Вот такое вот буйство зелени. Следующий комплект Набукко называется. Здесь такая. Тоже интересно, видите, прямоугольной формы, скругленный камень, ограненный, еще вставленный в тон фианиты. В данной ситуации мы серьги, сейчас я возьму сначала колечко, у нас размер 18,5. Но серьги мы в магазине опять же можем мерить в двух форматах: камень ближе к уху и камень дальше от уха, от, ой, не уху, а лицу, да, либо вот в таком формате, либо в перевернутом. На 18,5 мне сел превосходно. Комплект называется Набукко. И под завязочку у нас, как всегда, самая красота. Для тех, кто долго смотрел и слушал, мы взяли комплект, который называется Верона от завода Циркон. Здесь также видите, как активно мочка будет прикрыта. Здесь прям два фианита огранки, бриллиантовая роза. Внизу фианит прямоугольной такой огранки. Мочка будет закрыта английским замком и узором. Камень, ой, кольцо к нему в формате печатки 19,5. Вот такой наборчик. И приятным очень дополнением к этому набору является браслет. В браслете у нас полностью копируют комплект вот такие вставки, имитирующие фианит. И в тон к нему подобран оранжевый, то есть желтый топаз. И здесь у нас натуральные камушки в браслете: змеевик и нефрит, я думаю. Вот такой, давайте я пока сниму серьги с кольцом. Вот такой вот совершенно шикарный браслет от завода Циркон. Смотрите, какая работа превосходная. Складной у него замочек. Достаточно туго открывается. Возьмем сейчас вот эту часть, откроем. Ну, то есть его можно одеть на два режима. Вот такой браслет называется Верона. На этом закончим ваше видео. На зеленые камни смотреть, наше видео, на зеленые камни смотреть очень приятно. Так успокаиваешься. Мне кажется, я тоже успокоилась к концу видео. Стала такая какая-то слегка мягкая и растекшаяся какая-то. Поэтому желаю вам в жизни покоя, радости и умиротворения. Всего хорошего. Ждем вас в нашем магазине.